субботу в Самарской области пасмурно и дождливо. Температура воздуха днем плюс 2, плюс 4 градуса, ночью минус 2, плюс 1. Ветер усилится, южный, подует со скоростью 7-9 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, продолжительный дождь. Днем плюс 4, ночью минус 1 градус, ветер южный 7 метров в секунду. В Тольятти тучи, осадки в виде дождя. Днем плюс 4, ночью 1 выше 0, ветер южный 8 метров в секунду. В Самаре пасмурно и дождь. Днем плюс 3, ночью 2 с минусом. Ветер южный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 85%. Слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.